Вот шашлык реально кайфовый. Да. Всем привет, с вами канал Криптомиктор Михалыч. Не забывайте ставить лайки и подписываться на мой канал. И сегодня в рубрике Wallet будем пополнять счет на бирже с помощью кошелька Quitum. У кого есть желание, в плейлисте может посмотреть все видео из рубрики Wallet. Для хорошего восприятия включите субтитры. Quitum – это электронная система для быстрых денежных переводов. Сервис подчиняется польскому законодательству. С помощью международного провайдера можно делать интернет-покупки, совершать обмен, депозит и вывод денежных средств. Операция осуществляется в режиме 24/7. Есть мобильное приложение. Площадкой пользуются граждане разных государств, включая Украину, Польшу, Латвию, Эстонию и другие. Интерфейс на украинском, русском, английском и польском языке. Сотрудники службы поддержки в онлайн-чате в режиме 24/7. При необходимости есть адрес электронной почты. Общаться можно на английском и русском языках. Выбрал Quitum, потому что вывести на карту не представлялось возможным. А сервис предоставлял один из способов. Итак, начинаем. Нажимаем на кнопку «Зарегистрироваться». В открывшемся окне указываем email и придумываем пароль. Внизу написано требование к паролю. Подтверждаем пользовательское соглашение. Нажимаем кнопку «Создать». Вводим код безопасности. Присылается на указанный электронный ящик или перейдите по ссылке. Кликнуть «Подтвердить». Чтобы были доступны все функции, необходимо пройти идентификацию. Я не проходил, так как не планировал превышать лимиты на вывод средств. Но для прохождения верификации необходимо в правом верхнем углу сайта кликнуть иконку меню, затем выбрать центр проверки или профиль, указать номер мобильника, подтвердить присланный код безопасности, кликнуть пройти проверку, ввести личные параметры, сканировать паспорт. На протяжении часа новому клиенту присылается статус проверки в электронном письме. При положительном результате в разделе меню видна запись «Верифицирован». Клиенту предоставляется кошелек с валютами, долларами США, украинскими гривнами, евро и казахскими тенге. Это позволяет без конвертации валюты осуществлять перевод средств, совершать покупки одним движением руки. Для пополнения счета Quitum необходимо в сервисе по выводу ввести 11 цифр нашего идентификатора, который находится под ником. Будем пополнять счет на 500 гривен. Деньги пришли в течение 5 минут. Следующим этапом переходим во вкладку «Обмен» и меняем гривну на USDT. При обмене комиссия составляет 6%. Для вывода с USDT на биржу переходим на вкладку «Перевести». И вот здесь указаны лимиты на вывод. Если вы не планируете их превышать, то проходить верификацию не обязательно. Сразу скажу, что здесь гривну можно выводить на карту Приватбанка и Монобанка. При переводе средств внутри системы комиссия не берется. Для вывода средств нам понадобится адрес USDT в сети Binance Smart Chain BEP20. И соответственно само приложение. На моем канале есть видео под названием «Где находится адрес криптокошелька, какую выбрать сеть BEP20, ERC20, TRC20 и другие», где я показываю три способа выбора сети. Ссылка на видео будет находиться также под видео. С нас взяли комиссию $1.33. На биржу поступило $11.14 USDT. Деньги поступили на биржу в течение 10 минут. Вывод. Перевод средств осуществлен. За данную операцию 500 гривен на комиссию было потрачено приблизительно 90 гривен. Если другого способа у вас нет, то воспользуйтесь этим. В вкладке «Истории» можно посмотреть все ваши транзакции. Спасибо, что были со мной. Не забываем ставить лайки и подписываться на мой канал. А также присоединяйтесь в Telegram. Всего доброго, до новых встреч!